Здравствуйте. Сейчас я хочу вам дать такой небольшой анонс. Что произойдет 4, 5, 6 числа вот этого месяца? В эти дни будет семинар «Система достижения целей по методу православных монахов 2.0». Помимо всего прочего, что система православных монахов, я дам еще три системы достижения цели. И каждая система, она работает безупречно. Более того, ну, по системе православных монахов это понятно, да? Историю я вам расскажу, все это будет, технологии, все это. Но, ко всему прочему, я вам будем разговаривать о том, почему мы, собственно, не достигаем цели. Как сделать так, чтобы приучить свое тело достигать цели, получать желаемое. Потом мы будем изучать технологию достижения цели с позиции души. Потом мы будем научимся достигать цели, так скажем, продвинутым способом. И, естественно, система православных монахов. То есть у вас будет три системы, работающие системы, которые приспособлены для, так скажем, русскоговорящего населения планеты Земля. Будем разговаривать о том, что почему вот эта вот русскоговорящая система, она вот особнячком стоит, почему западные системы по большей части не работают, почему именно вот так вот выделяется русскоговорящая аудитория. Много-много-много будет интересного. Это семинар, это практика. Слов будет немного. Мы будем практиковать, 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 практиковать. Будем практиковать работу, будем убирать препятствия, которые мешают нам достигать своей цели, да? Если же аудитория будет небольшая, то поработаем каждого буквально человека. Вот на предмет достижения цели. Будем убирать блоки, находить и убирать эти блоки. Дальше, что мы будем делать еще? Что вы получите, по сути, по своей? Вы получите три, может быть, даже больше, я так предполагаю, четыре хороших, прекрасных инструмента. Из этих четырех инструментов вы выберете свой и начнете делать. Будете получать то, что вы хотите получать. На моей практике ни одна из систем, которые будут предоставлены 4, 5, 6 декабря, она никогда не дает сбоев. Ну, сбои есть только лишь тогда, когда человек не делает, ждет какую-то волшебную таблетку. Да? Вот волшебных таблеток не будет. Будет работа. Приготовьте, пожалуйста, бумагу, тетрадку, приготовьте авторучку или карандаш для того, чтобы фиксировать очень важные моменты, и которые будут вам нужны потом. Да, вы можете потом просмотреть этот семинар в записи, безусловно, это доступ у вас будет обязательно. Но, как говорится, что записано пером, не вырубишь топором. Почему так? Об этом мы тоже будем говорить. Поэтому я предлагаю вам приготовиться, приходить на семинар, и будем с вами работать. Будем работать. Будет групповая динамика. Будет здорово и интересно. Будет много информации. Будет много практики. Будет много чего классного и здоровского. Поэтому в 19 часов 4 числа я жду вас на семинаре. Готовьтесь и, пожалуйста. Пожалуйста, у меня к вам просьба. Не наедайтесь перед семинаром. Да, чувство голода нужно убрать, но не надо наедаться. Оставьте свой ум, свое сознание в рабочем состоянии. Как вы прекрасно знаете, если хочешь разгрузить ум, то загрузи желудок. Если хочешь разгрузить желудок, то загрузи ум. Вот нам нужно, чтобы ум был ясным и свободным.
Поэтому жду вас 4 числа в 19 часов. Как говорится, welcome. До встречи.